Всем спасибо, что вы сегодня пришли на наш семинар, посвященный продукции Electron и, конечно же, новинке Analog 4, которая, как и полагается, была оставлена на десерт, на чуть-чуть на попозже. И начнем мы с замечательного прибора компании Electron Octatrack. У кого, кстати, он есть? Поднимите руки. Да, не так у многих он есть, но вообще-то замечательно, что он здесь у многих есть. И начну я нашу презентацию, на самом деле, с демонстрации именно Electron Octatrack, потому что по нему задается очень много вопросов, присылаются как в личные сообщения, так в группе, как так и на форумах и так далее. Поэтому сегодня не стесняйтесь задавать свои вопросы прямо по ходу пьесы, а я, в свою очередь, проведу некоторую демонстрацию того, как я использую Electron Octatrack, ну, в своих творческих потугах, скажем так. И попросим Макса уступить мне место. Да. Yes. Опа. Так, и заодно у нас надо камеру чуть-чуть починить. В общем-то, есть, можно уже... Карту, да, ты извлекай карту свою. Вот. Вообще, кто пользуется Octatrack'ом, как он вам? Максим, как тебе Octatrack? Хорошо. Круто? Да, очень удобно. То есть никакого сэмплера, наверное, с такими возможностями сложно найти железного. Ну да, начнем с общего описания вообще, что такое Octatrack для тех, кто не знает, что это такое. Octatrack – это восьмидорожечный сэмплер, спасибо, Макс, у которого есть 8 дорожек. Вот если вы обратите внимание на наш дисплей здесь, отображается 8 дорожек для работы с внутренними треками. Есть 8 дорожек для работы с MIDI. И, в общем-то, на эти дорожки вы можете назначать какие-то сэмплы и работать с ними. Сейчас я вставлю свою карту памяти. И приступим. Я вам расскажу то, как я делаю свои треки. Я очень люблю делать ремиксы, поэтому сегодня, наверное, не будет исключением. Мы сделаем небольшой ремикс, пусть он будет незаконченный, скажем так, такой скетч, да, но сделаем его с нуля. Соответственно, у кого есть Octatrack, может быть, подчеркну для себя что-то новое. Те, у кого его нет, увидят, как и что можно делать на этом замечательном приборе. Итак, я сейчас вставил свою карту памяти. Надо, наверное, чуть-чуть дисплей показать, что происходит, чтобы вы могли видеть все, что создается в данный момент. Значит, если вы обратите внимание, сейчас у нас окно создания проекта, и для чистоты эксперимента мы создадим полностью новый проект с нуля. Выбираем Create Project, назовем, ну, можно вообще, в принципе, не переименовывать автоматически Octatrack. Ага, сегодня я уже что-то делал. Ну, назовем его семинар, наш проект. Есть вот такое замечательное меню ввода названия. Семинар. Оп-оп-оп. Семинар. Yes. Вот, создается новый проект в Octatrack'е.
Да. Да. Итак, что мы имеем сейчас? У нас есть абсолютно пустой проект. Если я нажимаю кнопку play, ну ничего в данный момент не происходит. Сам проект у нас пустой. Как я говорил, что в этом инструменте есть 8 внутренних треков. Сегодня, так как у меня нет никакого другого MIDI-оборудования, которым я могу управлять по MIDI, мы будем использовать только 8 внутренних треков для создания ремикса. Более того, я обычно начинаю с того, что последний трек, 8-й, использую в качестве мастер-трека. Если он мне потребуется для использования там, с другими сэмплами, то всегда в любой момент это можно переназначить. Что нам дает использование 8-го трека в качестве мастер-трека? Это в первую очередь мы можем обрабатывать эффектами этого трека весь материал, который проходит через прибор, допустим, фильтрами или дилеем, или там ухудшайзером нашим любимым. Вот. И при этом, ну, при этом все дорожки внутренние будут обрабатываться так же, как и входящий сигнал в прибор будут обрабатываться этими эффектами. Чтобы назначить 8-й трек в качестве мастер-трека, мы заходим в меню и выбираем секцию Control. Здесь есть вкладка Audio. Видим вот здесь мастер, трек 8. Он сейчас у нас выступает как обычный. Назначаем его мастер-треком. Итак, сейчас у нас 8-й трек уже не может работать ни с какими сэмплами, но выступает в качестве мастер-трека, в котором мы можем управлять громкостью общего микса и назначать сюда какие-то эффекты. Самое прикольное, ну, по крайней мере, я считаю, одна из прикольных фишек этого прибора, можно на восьмой дорожке, на 8-м треке использовать его с дилеем и использовать этот дилей в качестве бит-репит. Два раза жмем на эффект, и мы можем назначить дилей. Кто-нибудь знает, что такое бит-репит дилей? Ну, он-то знает наверняка, да. Что такое у нас бит-репит? Вы не знаете, что такое битрепит. Это очень просто. У вас играет какой-то кусочек, вы нажимаете дилей, и у вас он начинает повторяться. Ла-л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 а. И так далее. Можно делать вот такие вот прикольные фишки. Чтобы включить этот битрепит, мы заходим в настройки эффекта. Есть такая замечательная вкладка «Lock». Как только мы включили лог, у нас работает дилей уже в качестве бит-репит. Здесь есть еще одна важная вкладка. Это функция tape. Это то, как будет работать дилей. Будет работать как ленточный дилей, то есть при изменении скорости дилея у вас будет меняться pitch у оставшегося хвоста, да, то есть он будет так. Ну, какие-то подобные такие эффекты производить. Либо, как обычно, такой цифровой дилей. Без изменения питча, ну, мне кажется, он более таким интересным, более, может быть, музыкальным, хотя кто-то может думать абсолютно наоборот. Итак, мы назначили дилей. Важная функция здесь, когда вы используете вообще beat-repeat delay, так называемый, да, или echo-freeze delay, многие по-разному называют. Дилей активируется тогда, когда параметр send установлен в ноль. То есть это значит, что сейчас у нас включен bitrepeat delay. Если вы меняете его на любое значение, не равное нулю, то у вас bitrepeat delay работать не будет. То есть в данном случае, если у нас, допустим, до этого проигрывалась тишина, да, когда я включаю 0, и вдруг я могу запустить какой-то либо другой трек, у нас ничего слышно не будет, потому что delay у нас будет повторять тишину. Вот. Но если у нас попала вместо тишины какая-то аудиодорожка, то будет срабатывать функция bitrepeat. Итак, закончим с мастер-треком, с этим все должно быть понятно. Дальше. На 7-ю дорожку. Я обычно 7-ю дорожку так сложилось, что я использую ее для работы с вокалом. Я вообще очень люблю различную вокальную музыку с вокалом, там, с попсовым вокалом или не с попсовым, неважно. И поэтому на 7-й трек при создании ремиксов я, как правило, загружаю какой-то вокал. Здесь единственное, пожалуй, что я подготовил заранее для этого проекта, это я нашел акапеллу и узнал у нее темп, оригинальный темп, чтобы мне было удобно работать просто с этой акапеллой здесь. Для загрузки длинных сэмплов в октатреке лучше всего использовать какую машину? Кто-нибудь может мне ответить? Статик-машину, да, потому что она не загружается в оперативную память, но она
проигрывается прямо с карты памяти и не ограничено никаким объемом. Вы можете гнать хоть там 2-гигабайтный WAV файл, проигрывать, да, при помощи статик-машины, и все это будет звучать классно, без остановок и так далее. И никогда вам устройство не скажет, что мне недостаточно памяти, в отличие от практически всех остальных сэмплеров. Итак, загрузим сюда вокальный сэмпл. Ну, я честно скажу, я люблю творчество группы Тату, поэтому наш ремикс сегодня будет посвящаться этой, наверное, команде замечательной. И песня была выбрана «Не жалей». У меня здесь есть акапелла. Мы можем ее здесь загрузить. Так. Да, то есть вот мы загрузили в статик-машину в первый слот акапеллу. Ты... Кто не слышит, что вообще происходит? Не жалей. Ага, тут мало вам звук, наверное. Все. Ну, слышно, что играет акапелла. Я могу прибавить, но нам надо спросить оператора. Вам достаточно слышно? Ну, достаточно звука. Окей. Значит, вот у нас звучит здесь акапелка. Мы загрузили ее на 7-й трек в статик-машину. И можем поставить сразу же какой-либо триггер. Вот я попробую сейчас все-таки несколько отдалить, потому что у нас работа пока что будет сконцентрирована на триггерах. И это, наверное, стоит посмотреть. Значит, мы берем 7-ю дорожку и ставим на 1-й трек триггер. Что у нас происходит? Когда начинает играть паттерн, у нас начинает воспроизводиться сэмпл. Ты. Ну вот, к сожалению, происходит такая интересная история, да? Сэмпл при рестарте паттерна происходит рестарт сэмплов. Это один из самых задаваемых вопросов. Паша, как мне сделать так, чтобы у меня проигрывался длинный луп от начала и до конца без рестарта внутри паттерна? Ну, кто задавал этот вопрос? Можете признаться, можете не признаваться, я и так знаю. Так вот, значит, это решается проблема очень просто. Вы нажимаете кнопку Function и нажимаете триггер, на котором назначен этот сэмпл, длинный. Вот он у нас превратился в такой мигающий, и уже, точнее, не мигающий. Почему мигающий, не мигающий, я чуть-чуть попозднее объясню. Триггер желтого цвета. Это означает, что это триггер разового срабатывания. Или так называемый там one-shot триггер. Да? Что происходит? Как только он один раз активируется, до тех пор, пока вы не перезарядите этот триггер, он активироваться больше не будет. Это позволяет запустить один раз... Позволяет запустить один раз длинный сэмпл. И вот он уже не... заново не активируется повторно. Все. Таким образом, вы можете один раз запустить длинный сэмпл и больше его уже ни разу не рестартануть до того момента, пока вы не захотите этого. Вот. Сейчас проверим на всякий случай, в этой дорожке правильно ли октатрек определил темп. Такое бывает, что октатрек может не совсем корректно определить темп в длинных лупах. Для этого, если вы знаете темп заранее, то вы можете зайти в редакцию сэмпла. Это вызывается очень просто. Нажимаете кнопку трека и Edit. Кнопку Edit. У нас вызывается настройка, ну, вот такой аудиоредактор. Здесь в атрибутах можно выставить оригинальный темп. Ну, вот в данном случае он был 120 BPM. Это значит, что при изменении мастер-темпа у нас будет изменяться темп вокальной дорожки. Так, с вокалом мы закончили. Больше, пожалуй, пока ничего делать не будем. Отключим все дорожки и перейдем к тому, с чего после загрузки вокального сэмпла я обычно приступаю. Это создание барабанного какого-то паттерна. Сделать это лучше всего, используя one-shot сэмплы, либо лупы, вы можете по вашему желанию. В данном случае я буду использовать one-shot сэмплы, которые будут загружаться в оперативную память устройства, используя флекс-машины. И следует сказать о следующем, что иерархия устройства построена следующим образом. Все машины, для тех, кто не знает, что такое машина в терминологии электрон, это можно сравнить с неким VST-инструментом. Да, VST-инструмент, который работает с каким-то сэмплом. То есть на каждый трек вы можете назначить по машине,
да, и на каждую машину вы можете назначить сэмпл. Сэмпл обращается, каждая машина обращается к какой-то ячейке сэмплов. Вот, так называемые сэмпл-слоты. В эти слоты мы забиваем какие-то сэмплы. В данном случае у меня на карте памяти находится несколько библиотек, сэмплами из которых мы можем воспользоваться. Сейчас что я сделаю? Я сейчас заполню несколько сэмпл-слотов различными сэмплами, которые я смогу использовать в дальнейшем в проекте. Например, для барабанов нам потребуется кик, снэр, хэты, райт и так далее. Вот, значит, выбираем какие-то киты. Ну, ударные, не будем долго ползать. Практически, если вы обратите внимание, вот я практически наугад загружаю какие-то звуки. Ну вот, допустим, такой снэр нам подойдет. Какие-то хэты. Ну, практически рандомно, да, получается, за исключением там я выбираю папки. Ну, подойдет. Дальше можем загрузить пару райдов. Вот есть райды. Окей, можем загрузить пару звуков перкуссии. Ну, неважно, пусть будет так. Ну, допустим, так. И нам наверняка потребуется какой-нибудь интересный крэш. Ну, пусть будет так. Крэш. Итак, барабанные звуки у нас собраны сейчас. Можем еще сюда добавить в проект, естественно, мы наверняка будем использовать какие-то синтезаторные звуки. Синтезатора в Octatrack нет. Все, что вы используете, это сэмплы. Соответственно, инструмент может использовать для работы как лупы, да, заранее записанные какие-то мелодические партии, так и вы можете использовать one shot, то есть когда у вас какая-то нота, допустим, нота до отсэмплирована, неважно, с любого синтезатора. Библиотек сейчас полно, вы загружаете этот сэмпл сюда и в дальнейшем уже можете с ним работать. Например, в этой же папке библиотек мы можем найти какие-то, ну, какие-то звуки, допустим. Вот есть замечательная, кстати, пила, да, загрузим ее в сэмпл-слот. Ну и пока что этого хватит, потому что, наверное, от моей болтовни вы уже могли на порядок устать. Так вот, вы скажете, у нас всего 8 треков, да? В общем-то, это немного, и следует понимать, для многих, может быть, это покажется не очень удобно, что в инструменте на один шаг секвенсора, вот у нас есть 16 шагов, хотя их может быть, конечно же, в паттерне гораздо больше, может использоваться только 8 сэмплов. То есть один сэмпл в одной дорожке, во второй дорожке второй сэмпл, в третьей и так далее. Понятно, да? Поэтому одновременно, допустим, в одной дорожке, чтобы на один шаг был кик и снэр, такого сделать не получится. Придется использовать две дорожки. Но для некоторых стилей, в общем-то, это не беда. И можно в одной дорожке легко запрограммировать какой-то барабанный луп. Для этого в помощь нам Electron придумали несколько режимов работы. Вот сейчас я попробую наоборот вернуть вам дисплей, чтобы было видно. Так, нажимая кнопку Function, мы можем перемещаться между различными режимами работы триггеров. Да, то есть как срабатывают триггеры у нас. Tracks, они просто активируют и запускают треки, которые у нас есть. Chromatic Mode – это важный режим для игры нотами, когда у вас триггеры работают в качестве клавиатурки. И есть замечательный режим Slots, который для барабанов, особенно при работе с one-shot барабанами, незаменим. Вот я сейчас переключился в режим Slots. Зеленым цветом, если вы посмотрите вот сюда, да, отображаются у нас на триггерах все сэмпл-слоты, которые были задействованы. Я могу таким образом. Ну и так далее. Замечательная функция, которую нам подарили в одной из прошивок, это наличие метронома. Раньше компания Electron, вот наш профессор Лем может это подтвердить, но ни в какую не хотела внедрять метроном в устройство Electron. Сейчас они наконец-таки поддались зову пользователей и внедрили в устройство метроном, что позволяет некоторым товарищам ориентироваться на метроном в тот момент, когда вы создаете какой-то паттерн. Забьем какой-нибудь сейчас небольшой паттерн. Вот у нас есть 2, 3, 4...
И дальше можем забить уже на вторую дорожку, так как первая дорожка у нас занята вот этим вот барабанным лупом. Ну, допустим, вот в данный момент мы получили какой-то достаточно простой луп, но тем не менее. Замечательная функция устройства Electron Octatrack и вообще всех устройств Electron — это так называемые сэмпл-локи. Точнее, не сэмпл-локи, а локи параметров. Что это подразумевает под собой? Когда у вас на каждой шаги паттерна могут быть абсолютно разнообразные значения настроек там, эффектов, усилителей, даже сэмплов, да, так называемые сэмпл-локи, когда у вас на каждой шаги паттерна могут использоваться абсолютно разные сэмплы. И таким образом можно запрограммировать очень-очень интересные рисунки. Вот в данный момент у нас будут использоваться только первая дорожка, и я здесь попробую за счет сэмпл, за счет локов параметров запрограммировать какой-нибудь интересный барабанный рисунок. Ну, отключим. И допустим. Ну, вот допустим. Можно какие-то такие. Вон. Ну да, допустим. Сейчас я переключился на второй трек и просто добавил на него дилей, чтобы у нас было какое-то такое вот разнообразие, да? Вот, в общем-то, получили уже более-менее интересный луп, который можно использовать там в композиции, да, то есть уже он более-менее звучит. Третий трек я обычно использую для какого-то заполнения. Я сюда обычно гружу какой-нибудь заранее подготовленный луп, который Octatrack распознает у него BPM, и собственно... Ну вот я выбираю здесь лупы, предварительно их могу прослушать. У каждого лупа здесь установлен BPM. Octatrack может из названия для себя найти BPM и автоматически установить его в настройках сэмплов. Ну, допустим. Ну, вот, допустим, такой луп. Пусть он будет по умолчанию у нас на третьей дорожке. То есть мы поставили сейчас триггер. Уже получился еще более интересный рисунок. Дальше вернемся к программированию уже каких-то мелодических линий. Да? Для мелодической линии, если вы помните, мы загрузили в момент заполнения сэмпл-слотов. Вот есть, допустим, такой синтезаторный звук замечательный. Да? Можем назначить его по умолчанию на четвертую дорожку. Вот мы его выбрали. И можем сменить режим работы триггеров Octatrack. Если... Сейчас отдалим немного. Если мы сейчас... Я могу таким образом играть этим сэмплом по клавиатуре. Это, на мой взгляд, очень классно. И очень-очень удобно. Так. Вот, сейчас проверим, как у нас происходит луп вообще этого сэмпла. Нет ли в конце у нас никаких проблем с какими-то микропаузами. Вот если вы обратите внимание на дисплей, сейчас попробуем его приблизить. Если вы обратите внимание, вот самый конец лупа, да, здесь есть... такая вот штучка E. И если посмотрите внимательнее, там есть небольшой промежуток. Да? Это будет означать, что при повторном воспроизведении этого сэмпла у нас будет микропауза. Это, в общем-то, не очень удобно и не очень хорошо будет звучать. Будет прерываться. Сдвинем чуть-чуть, чтобы получить уже окончательно непрерывный сэмпл при игре. Так, добавим этому звуку дилей. Можем даже поменять у него несколько тональностей, сдвинуть его еще на октаву вниз. В этом очень помогает функция rate. Она как бы замедляет воспроизведение сэмпла. Вот она на главной странице находится вот здесь.
получили такой вот, в общем-то, замечательный бас. Есть в качестве второго эффекта назначен фильтр. Не знаю, многие ли замечали такую классную функцию в настройках фильтра, как овердрайв. Кто-нибудь пользуется овердрайвом в фильтре? Ну, если никто не пользуется, то вы очень много теряете, потому что звучит он здесь очень круто для как раз для таких вот раскачивающихся дип, таких близких к дабстепу композициях. Вам овердрайв может очень сильно помочь. Два раза кликаем на эффект, и здесь есть такая классная ручка Distortion. Что у нас происходит? Чуть-чуть убавим звук. Окей. В общем-то, есть бас. Вот смотрите. Окей. Есть басовый звук, мы его только что сделали, добавим немного звуков для мелодизма, скажем так. Для этого мы можем также загрузить какие-то one-shot сэмплы и использовать их, допустим. Ну вот, допустим, такой замечательный есть сэмпл. Почему у меня играет сэмпл тогда, когда я его отпускаю? Потому что в секции усилитель, amplifier, установлен был hold на infinity, бесконечный, да, после того, как вы активируете сэмпл, он у вас будет бесконечно звучать, и релиз был установлен тоже на бесконечный. Если мы уменьшим его, то у нас, соответственно, будет уже звучать вот как-то так. Зайдем в фильтр и добавим ему огибающий envelope на фильтр. Получим вот такой вот уже прикольный звук. А еще классно будет, если мы добавим сюда немного дилея. Скорость дилея. Фидбэк. Ну вот, допустим так. На самом деле для создания мелодической линии этого будет достаточно. Для глубины чего нам будет не хватать? Конечно же, какого-то пэда. Если у вас нет заранее подготовленной какой-то дорожки с пэдом, то пэд можно сделать точно так же здесь, непосредственно в самом устройстве. Опять же, загружаем какой-нибудь звук. Ну, допустим, вот такой. Значит, для пэда он, конечно, сейчас не очень подходит для пэда. Но это не беда, заходим в секцию Amplifier. Pad обычно у нас обладает долгим временем атаки. И достаточно долгим временем релиза. И вот получается такой интересный звук, который можно, в общем-то, использовать для пэда. Добавим немного дилея для пространства. Можем сменить параметр rate, и у нас получится такой уже более-менее низкий звук. Но можно pad сделать еще интереснее, если использовать LFO. LFO – это некий генератор, который, скажем, это некий модификатор, да, который может воздействовать на какие-то другие параметры и в соответствии со скоростью и глубиной их модулировать. То есть добавлять какие-то значения и так далее. Ну вот на примере LFO мы можем, например, посмотрите на дисплей, есть первое LFO, оно управляет параметром питча. Есть мультиплеер, это мультиплайер, точнее, да, который ускоряет скорость LFO в некоторое количество раз, допустим, в 4 раза. Есть регулятор depth, это регулятор глубины, то есть на какое значение будет модулировать LFO. Есть регулятор speed, скорость LFO.
Ну и есть различные режимы срабатывания LFO, можно почитать об этом в мануале. Я покажу его как-то на примере, да? Вот если мы вернемся в режим LFO, в главную страницу LFO, здесь мы видим как раз для всех трех LFO основные параметры, такие как скорость LFO и глубина. Если помним, первое LFO назначено на pitch. Вот у нас есть глубина, да, и LFO начинается здесь. Допустим, есть вот такой плавающий pitch. У нас это для пэдов вполне. Сделаем глубину всего единичку. Уже пэд получился более такой вибрирующий, пульсирующий, да? В общем-то, у нас есть все, что необходимо для создания какой-то небольшой композиции. Приступим к созданию паттерна. Как вы видите, паттерн у нас в данный момент один. Вот, паттерн один, и, в общем-то, больше я не собираюсь ничего сегодня делать. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы относительно того, что было вам сейчас показано, можете задать сейчас, а потом я перейду к другой части. Есть какие-то вопросы? Потому что все достаточно просто. Для тех, у кого нет прибора, мы всегда открыты. Если вы приобретете инструмент, всегда звоните, пишите, мы вам поможем, объясним, встретимся, там, обсуждаем все. У нас замечательная комьюнити. Вот. Тогда я приступлю к следующей части, это создание паттерна. Ну, вот если вы помните, мы создали уже барабанный луп какой-то в начале. Можем начать программировать композицию. Есть у нас установленный триггер на разовое срабатывание вокального сэмпла, то есть при запуске у нас паттерна начнется работа воспроизведения вокального сэмпла. Можем начать программировать все остальное внутри одного паттерна. Но может возникнуть одна интересная деталь. Паттерн 1, максимальное количество шагов, у него всего 64 шага. Как же так можно в него всунуть программирование одной композиции, у которой могут меняться гармонии в басу, в пэдах и во многом другом на протяжении там, каких-то кусков, допустим, куплета, припева и так далее. Для этого компания Electron придумала следующую замечательную фишку. То, что у вас может быть для каждого паттерна абсолютно разнообразная длина, разнообразная скорость воспроизведения. То есть это включается здесь. Опять же, Function Edit. И есть меню настройки паттерна. Давайте посмотрим. Вот есть Scale Mode, да? Включаем Per Track. Это означает, что теперь каждый трек будет обладать индивидуальными настройками скорости воспроизведения, шагов и так далее. Вот мы включили такую функцию. И сейчас, если вы посмотрите на дисплей, у нас появилась функция, такое значение Master. Что это значит? Это значит, что это мастер длина всего паттерна. То есть, вне зависимости от скорости, количества шагов в отдельных, скажем, дорожках, по истечении вот этого количества шагов мастер паттерна, у вас произойдет рестарт всего паттерна. Неважно, на каком шаге у вас находилась одна или вторая дорожка, у вас произойдет рестарт. Я заранее посчитал, сколько у нас там куплет. И я знаю, что он у нас равен 256 шагам. Да. И вот у нас есть четвертая дорожка. Сейчас на этой дорожке находится бас. Мы можем запрограммировать этот бас так, чтобы количество его шагов внутри было равно 64, но они воспроизводились в 4 раза медленнее. Таким образом, по истечении 64 шагов, 64 шага внутри басового трека, внутри паттерна, да, они будут равняться 256 шагам в мастер длине паттерна. Вот, что это нам даст? Это нам даст возможность запрограммировать там целиком всю
всю часть куплета или припева, допустим. И вот сможем начать уже что-то записать, что-то запрограммировать, да? Так. Оп, заглушим пока у нас вокальную партию и пропишем бас. Опа. Почему такое случилось? Это как раз потому, что я не установил то, что у меня количество шагов 64, но они должны воспроизводиться в 4 раза медленнее. Таким образом, у меня там произошел некоторый, скажем, сбой. Сейчас у меня все должно быть в порядке. То есть вот количество 64, но они будут воспроизводиться в 4 раза медленнее. Соответственно, они будут соответствовать 256 шагам. Это, на первый взгляд, немного confusing, да, то есть... Может показаться не очень удобным, но со временем ко всему привыкаешь, сами знаете. Вот, попробуем записать еще раз. Паттерн. Сейчас у нас есть бас. Окей. Теперь можем записать какую-то мелодическую линию. Пусть она будет у нас равна 64 шагам, которые будут воспроизводиться, скажем, ну, пусть в 2 раза медленнее, да? И можем записать какую-то партию. Получили уже какой-то, ну, более-менее интересный паттерн, да? Дальше можем записать, конечно же, сюда линию пэдов. Сделаем так, чтобы они воспроизводились у нас в 4 раза медленнее, чем общая скорость паттерна. И запишем сюда, ну, какую-то линию пэдов. Получили уже какой-то паттерн, из которого можно что-то уже сделать. То есть, если мы послушаем, как у нас звучит это с вокалом, то, в общем-то, надеюсь, что звучит все не так плохо, как может показаться. Я чуть-чуть прибавлю вокал здесь и добавлю несколько дилея, потому что дилей – это вообще друг вокалиста. Вот. Послушаем, что у нас вообще получилось здесь. Вот.
Репит-репит делай. Оп-оп-оп. Вот это так работает, бит-репит делай. Так, много вопросов поступает относительно того, что такое parts. Есть в инструменте такое понятие, как части, parts. Я уже почти подошел к концу. Вот, расскажу немного про parts, потому что это очень полезная функция на самом деле. Что она нам в первую очередь дает? Вот мы с вами назначили эффекты, выбрали какие-то звуки, назначили там фильтры у них и еще кучу-кучу всего. Громкость отстроили, возможно. Parts позволяет нам все это сохранить в каких-то, в каком-то, скажем, наборе, да? Parts – это фактически набор настроек всех каналов. Вот, вызываем меню частей, на дисплее они есть, используется Parts One. Можем ее сейчас сохранить. Зачем я это делаю? Затем, что в процессе игры на одном паттерне, когда вам очень скучно может быть и очень скучно может быть вашим зрителям, вы можете крутить, вертеть различные треки, менять у них эффекты и так далее, но вы всегда можете вернуться к сохраненному значению частей. Частей может быть 4, соответственно, вы можете сделать 4 своих любимых настройки и уже в момент лайва, потому что приборы все, они оптимизированы в первую очередь под живую работу, вы можете крутить, вертеть и всегда вернуться к какой-то точке. То есть это такая точка возврата настроек. Как это работает, например, могу показать, ну, чтобы было более-менее понятно. На примере вот паттерна с ударными. Да? Сейчас я сохранил part. Ну, вот, допустим, я могу переназначить один из эффектов на ухудшайзер. Вот, он уже звучит вот таким образом. Я нажал кнопку перезагрузки части, и у меня автоматически все вернулось на круги своя. Вот. Сейчас у нас запрограммирован паттерн. Запрограммированы, в общем-то, ударные. Я считаю, что у нас практически все готово, чтобы можно было более-менее сыграть какой-то ремикс. В общем-то, посмотрим, что из этого можно сделать. Фактически на одном паттерне все делается. Ну вот, допустим, начнем с того, что у нас будет играть. Подчеркиваю, это все один паттерн. Сори, если будут какие-то неувязки. Вас так много, а я один, и я очень волнуюсь. Но попробуем что-нибудь сделать. We'll be right back.
приблизительно это можно сделать таким образом. Спасибо. Если у вас есть вопросы, можете задать их. Вот, если вопросов нет, то небольшой перерыв, и уже приступим, так сказать, к десерту. Спасибо.